выбрасываю остатки красок, поэтому сейчас я их просто использую для другой картинки. То есть мы начнем смешивать наши краски. Вот. Так. Мы тоже сделаем на этот раз в виде радуги. Я вообще люблю радугу. Это всегда какой-то праздник. Вот. Мы сделаем сегодня еще одну радугу. Вот синий. Так, голубой. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник хочет узнать. Кстати, у меня еще остатки есть этой краски, что можно будет добавить. Немножечко этой краски тоже. Пусть будет. И есть у нас остатки желтой. Каждый охотник желает знать. Правильно мы делаем? Каждый охотник желает знать. Зеленая должна идти после голубой. Где сидит фазан? Где сидит фазан? Каждый охотник. Теперь у нас идет оранжевая краска. Оранжевая краска. И красная. А, жаль, что у нас мало осталось белой. Белую я бы дала по краям. Если, конечно, надо дальше быть растворителя, скорее всего, сейчас мы сделаем немного. А красота этих красок, что можно все это быстренько растворять. Вот. В принципе, вот мы просто делаем вот так. Так, а теперь я хочу попробовать просто, не то что попробовать, сделаю свою, так сказать, называется сверление по бокам, чтобы волосы убрать. И вот эту завитушку, спираль. Да, завитушечка. 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 Вот так вот мы что-то вот делаем. Видите? Окей. Что сейчас я сделаю? Я сейчас просто, я сделаю вот так, вот так, вот так, немножко такие сделаю рисуночки. Упс. Вот. А теперь, вот как у нас получилось, а теперь мы начнем работать с растеканием красочек, заполняя наши углы, наполняя наши. Вот тут у нас, кстати, краски комок получился, его нужно убрать. Да, потому что комки это нехорошо. Здесь я чуть-чуть добавлю, буквально каплю, вот по центру. Вот так, так, так. Вот, интересно у нас получается. Вот такие вот интересные разливы получаются. Вот. Вот. То есть накроем угол этот немножечко. И этот угол немножко закроем. Так. А теперь мы возьмем больше по центру. Здесь у нас. Интересно вообще работать с красками. Вот они льются. И
принципе, получается что-то очень интересное. Вот такие вот разливы. Здесь мы можем добавить немножечко фиолетового. Но все равно стечет потом. Вот там все нормально. Да? Можем добавить пару капель фиолетового. Мне нравится вот немножко контраст. А теперь мы возьмем наш фен и попробуем немножечко выделить наши клеточки. Посмотрим, как будет. Так. Ну что же, работай, фен. Не сильно, но так чуть-чуть, потому что так или иначе реакция дает. Ну, в принципе, картина готова. Вот вам, пожалуйста, из отходов. Вот то, что осталось. В принципе, вот такая интересная картина. Считаю, что она вполне симпатичная и интересная. Как вы думаете, хорошая картинка, да? Если вам нравится, ставьте лайк и до следующей встречи. Пока!